На связи со всей страной национальное телевидение Чувашии уже неделю вещает в спутнике. В нашу редакцию ежедневно приходят слова благодарности от жителей республики. Раньше слушали, а теперь еще и смотрят. Семья Ярандайкиных в числе тех, кто внимательно следит за жизнью республики. Все новости, как сказать, Чувашии, что происходит, раньше надо было специально антенну ставить. Или по радио услышать, или в газет прочитать. Сейчас телевизор включил, мы уже новости. Сегодня же, что произошло в Чебоксарах, в Чувашии вообще, мы можем, грубо говоря, уже посмотреть, узнать. Телезрители уже приготовили свои пожелания. Фильмы, концерты, тематические программы. Каждый член семьи с выбором уже определился. Я футбол хочу видеть. Чувашский. Я сам играю до сих пор. За команду «Рубин ветераны» мне хочется свой чувашский футбол увидеть и по телевизору. Конечно, возраст мы не молодые спортсмены, но себя посмотреть тоже было бы неплохо. Для тех, у кого есть спутниковая тарелка «Триколора», но нет национального телевидения, напоминаем, нужно сделать автонастройку. Передачу канала можно увидеть на 823 кнопке.